Ердоган, коли ми зараз висловлюємо, що Росія має вийти з окупованих територій, тоді йтиметься про можливість переговорів з нею щодо завершення війни. Не може бути така, ну, дипломатично зловити нас на тому, щоб ми зафіксували, чого ми хочемо. Бо у нас звучать різні версії, так? І виведення військ до умов 24 лютого, і вихід російських військ так, щоб Україна опинилася у міжнародно визнаних кордонах. Взагалі, отака єдина фіксація версії, чого ми хочемо від Росії в рамках війни, вона нам потрібна чи не потрібна? Пане Рахліс, ви перший. Ну, я считаю, что сейчас президенту Зеленскому выходить на переговоры с Путиным нельзя. Зеленскому надо выходить на переговоры, на серьезные переговоры с группой, с Байденом по поводу того, чтобы господин Байден наконец-то стал другом Украины, а не другом другой страны. И начал реализовывать программу Ленд-Лиза, которая с 9 мая так и не реализуется. А точнее, 6 апреля мог быть подписан Ленд-Лиз. Он был подписан 9 мая. И этим господин Байден напоминает господина Путина. Символизм, постоянный символизм. Ленд-Лиз не дан ни одной единицы. Та помощь, что дается, это дается помощь, чтобы мы тут окончательно не проиграли. Да? Чтобы мы хоть как-то держались. И из-за такой помощи небольшой, которую хвалят, а это не помощь, погибают очень много наших не только солдат вооруженных сил Украины, а и мирных жителей. И поэтому я бы вел переговоры с такими странами, как Соединенные Штаты Америки, и не только на уровне президента Байдена, а еще с такими странами, очень большими друзьями другой страны, как Германия, Венгрия, Италия и так далее. Да? Потому что, к сожалению, из-за таких стран мы не можем не санкции накладывать на Россию какие-то, на каких-то людей, а полностью наложить эмбарго на нефть и газ, благодаря чему через месяц-два никакой бы войны уже не было. Либо, чтобы нам поставляли ленд-лиз, и мы видим по единичным хаймерсам, сколько у них, у нас там 18 или 22, да, и дальнобойным ракетам, ровно бы за месяц эта война закончилась. Потому что я еще раз привожу пример Израиля, да, то, что происходило. Это очень, мы должны, то есть не Америка нам должна указывать, куда мы можем бить, а куда не можем. Если они нам дают помощь и рассказывают, что мы не можем бить по территории России, откуда прилетают самолеты и ракеты, или по территории Белоруссии, где полностью сбредневший Лукашенко, то это не помощь, это называется управление в своих интересах. И поэтому пока мы не сможем действительно вести настоящую войну и отвечать, да, по тем базам, и не только в Белгороде, а и в Курске, и в Ростове, и в Гомеле, и по всем этим аэродромам, откуда на нас летят ракеты, и в Харьков, и в Сумы, и в Николаев, и в Кривой Рог, и в Марганец, и в Никополь. Вот, ну, до этого мы не выиграем в этой войне. Это будет в конце концов, замороженный конфликт. Поэтому вести переговоры мы должны с Байденом о начале ленд-лиза, а не с Путиным.